Вообще, не в критику Ковальчуку, но просто если бы Ковальчук забрасывал на этом турнире столько, сколько может обычно, то Радулова, наверное, было бы огромное количество передач. Потому что передачами он снабжает просто регулярно. Такими почти голевыми. Были бы голевыми, если бы кто-то их забрасывали. Но очень хорошие. Горовиков на Афиногенова. Вошли в зону россияне. Куликов! Ванин! Две быстрые шайбы в ворота Оджия Павелица. И сборная России уже ведет в счете. Почти с одной и той же позиции. Сейчас один праворукий Ковальчук, один леворукий. Тайм-аут берет. Все правильно, да. Алаиш Гаданчик. Я думаю, не ожидали чеки. Вполне логично. Хода событий. Если забыть про первый гол...